семена бобов виндзорские – это сорт, который лучше других переносит весенние заморозки и отлично произрастает в северных районах. Период от всходов до созревания семян составляет от 110 до 130 дней. Высота растений от 80 до 120 см. Бобы расширяются к основанию, гладкие длиной от 9 до 12 см, с мясистыми створками. В каждом бобе по от 2 до 3 семени. Они крупные, плоские, зеленовато-белой окраски, при хранении буреют. Семена бобов виндзорские очень вкусные, калорийные, содержат много витаминов. Предназначены для употребления в свежем виде или для кулинарной обработки. Бобы виндзорские – это травянистые высотой 100 см. Бобы виндзорские имеют средний-ранний срок созревания. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.